В общем, у меня трясутся ручки, у меня трясется вот все в груди после того, как я впервые спела на сцене с потрясающими ребятами из лаборатории звука. Для меня это супер новый опыт, но он удался вообще на славу. Я благодарю своего преподавателя Александру. Она, конечно, прям болела, во-первых, за меня, во-вторых, мы научились вот этим всем изысканным штучкам. Мне кажется, получилось очень здорово, и вообще мне понравилась атмосфера, которая в зале была. Все друг друга поддерживали, и я вообще не уставала улыбаться просто успехом ребят, тому, что ну, видно, что каждый кайфует от своего пения, и, в общем, классно, что такая была поддерживающая обстановка. Я думаю и надеюсь, что будем расширяться, что каждый раз будет еще больше ребят, и, в общем, будет еще более крутая постановка, и я выучу еще кучу разных песен и спою. Вот.